третий период сыграли, в принципе, ну хорошо, а первые два периода провалили. И как-то опять часто у нас такое бывает, что первый период мы сразу начинаем проигрывать, потом бежим вперед, забиваем, там не хватает голов еще забить. Не подводит еще в конце. Чего не было в первом периоде, во втором? Не знаю, у нас это часто очень бывает, я говорю. Надо как-то настраиваться, может, сразу по-другому маленько, что-то поменять, чтобы так же начинать, как мы начинаем в третьем периоде играть. «Авангард» – один из лидеров конференции. Был ли особенный настрой на эту встречу? Ну, в принципе, нам на каждый матч надо настраиваться, потому что надо забирать свои очки и подниматься там выше таблицы, догонять лидеров. И, ну, конечно, там хорошая команда, они выше нас, по-моему, даже идут, и нам нужно было выигрывать. В третьем периоде лично ты здорово смотрелся, в чем добавил, или то, что начал играть с «Сумарком», так вот сыграл на руку? Ну, я даже не знаю, мне там Харти хорошую передачу отдал. Мы, ну, конечно, там Муми тоже, сколько у меня раз часов водили на «Мороске», мог еще, наверное, штуки 2-3 точно забивать. Опять не хватает, что-то не хватает в конце.